восстанавливаем. Февраль месяц, мы начинаем чистку клубнички. Вот так Пелагея аккуратно старается. Видно, что уже такие две пальмы тут. Тут сколько? Ты как тут стараешься вот эти все вычищать, да? Угу. Черненькие. И клубничка уже говорит тебе спасибо, да? Угу. А? Снимаю. Говори на камеру, что. Не хочу. Папа. 6 февраля. Смотрим, как за зиму укоренилась клубника Клэри. Был вообще маленький, конечно. Да, его обрезали мы, когда садили. Неужели он зимой развивается? Молодец. Вот они уже вторичные, да. Усики корневые. Тут тоже поотрывали чуть-чуть. А сам листик, вот они, вот это вот сухой тут был. Вот. Остались такие. А вот она эта сама. Резетка или как? Ага. Она уже цвести скоро будет. Вот мы их накопали сейчас. Еще она разделилась. Угу. Посадили мы поздно в этом году. Уже где-то в октябре. Полили пару раз хорошо, дали фосфорного удобрения, чтобы развивался корень. Корень развился. Вот с такими листиками мы садили, а это уже новые за зиму отросли. Медь, содержащий фунгицид. 1% раствор. Опрыскивание по листу клубники. Сегодня будем накрывать белым агроспаном.
Для этого используем стеклопластиковые прутья. 1.5 метра. Толщина 5 миллиметров. Эта пленка фирмы Магнус. Очень тяжело ей оставаться целой. Вот как раз вот на вот этих стыках бьет ее. Поэтому переделывай двери. Где натянуто, там нормально. Ну, как и любая другая пленка. Так, вместе не возьмешь, да? Можно. -8 градусов почва. Это у нас в теплице. Сейчас сравним с улицей. Это у нас на улице температура 5 градусов. Это на глубине сантиметров 10, а сверху 1-2 градуса. И можно вот этим закрыться, да? Угу. И человеку мороз. Закрыться. Да, и морозы переждать. Вот так балаганчик сделал. Угу. Вань, дай мне это. Дугу. Угу. Опрыскивание клубники от клеща актеликом 16 миллилитров на 16 литров воды расход. Плюс к актелику прибавляем прилипатель 1.5 миллиграмма
и эпина 1.5 миллиграмма. Вот он коктейльник маточного раствора. Подкормка клубники через капельную ленту монофосфат калия. Та самая первая подкормка у нас. 1 килограмм и 100 грамм чуть запасом на 6 соток. Отгалывая нематоды, сейчас будем продевать пакманом. Концентрация 350 миллиграмм на 1,5 тонны воды. 6 соток, 4000 корней. Заодно даем монофосфат калия. Надо отливать. Угу. Вот она, клубничка, второгодка наша.
проливаем от нематоды. Подкормка клубники аммиачной селитрой азотом. Из расчета 3 грамма на одно растение. Также даем фитоспорин. Он такой жидкий. Клэри развиваться начала хорошо. Вот так вот она выглядит на сегодняшний день. Красотища. А вот так клубничка Клэри развивается на плетке. Так, что мы тут видим? Розеточки с будущей клубничкой. Красота какая. Высадили мы ее очень поздно. Уже прям в начале октября. Но развивается очень даже неплохо. Температура в теплице, температура грунта 14 градусов. Сейчас 7 часов утра. Она вся в росе стоит. Уже видно, что закладывают цветоносы. Сорт Клэри. На следующей неделе, с понедельника, обещают заморозки, поэтому мы уже готовы. Приготовили белый агроспан. Дуги. Быстренько на ночь пройдемся. Закроем вот так вот все гроспаном. Так вот натягивается просто и все. И закрывается теплица. Есть кусты, которые развиваются очень хорошо. А вот эти вот маленькие, не из-за того, что они какие-то другие. Просто с осени их сильно глубоко закопали. Вот когда мы чистили, прям пришлось их хорошенечко раскопать. И только с этого момента они начали свой рост. Поэтому и выглядят, соответственно, они послабее.
Так что надо обязательно следить за тем, чтобы точка роста не была прикопана. Конечно, все лучше делать своими руками, так как садишь для себя. Но если приходится нанимать рабочих, то обязательно после них ходить, смотреть, чтобы не было косяков. Иначе приводит вот таким вот нехорошим результатом. Наша невнимательность. Вот, пожалуйста, то же самое. Тут даже не получилось ее толком раскопать. Так она где-то и сидит. И за этим моментом надо следить обязательно. Пока он там вылезет, этот малыш, он болеть будет. За это время он бы уже раскустился до такого состояния. Так, 14 градусов. Это прикорневая зона. Здесь у нас балагане. Постелен черный агроспан. Конечно, все выглядит намного аккуратней. И как-то вот сам агроспан дышит. Видно, что тут туман стоит. Так, сама клубничка выглядит вот так. Это тоже клэри. Вон видно, что цветонос аж. Вот так вот видно, что цветонос аж вровень с землей. Он как подкапывали. Ой, вот так вот. Сейчас только что воткнул. Температура. Через минутку посмотрим, какая тут температура. Ну, листик чистенький. Вот он. Вот с осени вот такой лист был. Такая пятнистость бурая. Вот она. Это старый лист. А новый свеженький, потому что уже две обработки делали медсодержащим препаратом, а именно арданом и кумиром. Ну и погода пока не очень жаркая. Вот они, цветоносики. Правильно посадили с осени, и он правильно развивается. Вот так на свет уж видно мельчайшие капельки воды летят. Какая красота. Так, сейчас посмотрим температуру. Температура 13 градусов. Под агроспаном даже холоднее получается. На 1 градус. По сравнению с пленочным укрытием. Здесь у нас клубника клэри, второгодка,
Это самый наш первый балаган. Можно сказать, и наш первый опыт выращивания клубники. Это не можно сказать, а так и надо сказать. Здесь у нас учебный полигон. И болячки были разные. И нематода была. И засуха была. И плохой капельный полив был. И агроспан не самый лучший. Все проблемы, которые только можно было найти, мы как раз таки нашли и реализовали в этой, на этой клубнике, которая была посажена в этом балагане. Температура тут 12 градусов. Здесь, конечно, из-за того, что это второгодка, уже цветение обильное, очень много цветоносов, порошков тут. Очень много. Видно, что вот много заболевших растений. Выпады есть. Ну а те кусты, которые более-менее хорошие, видно, какой тут заложен будущий урожай. Скорее всего, еще с осени подмерзло, потому что заморозков еще не было. Здесь также два раза была обработка медсодержащим препаратом. Он видно, он еще до сих пор на листиках. Вот он, белым цветом, такие капельки высохшие. Опылять пока некому, не видно ни пчелок, ни осок, ни мошек, даже муравьев что-то не видно, холодновато пока, поэтому цвести она начинает, но опылить ее, к сожалению, некому. Приятно смотреть вот на такие кустики. Лучше не трогать, чтобы не заболело. И очень жалко, смотрите, на такие маленькие, бедненькие кусточки, которые переболели, страдают. И по-хорошему, конечно, выкинуть, удалить. Но, честно говоря, уже нет желания заниматься именно этим балаганом. Это вот последний год мы его будем использовать. То, что тут надо и укрывной материал перестелить, капельку поменять еще раз, да и вообще перекопать и заново сделать грядочки, посадить сюда хорошую здоровую рассаду. А это так, как памятник нашим ошибкам. Вообще стараюсь снимать видео именно в форматах личных ошибок, потому что хорошие результаты можно всегда снять, всегда показать, подрезать какие-то кадры, но видеодневник, он и должен быть честным, прежде всего для себя, потому что пройдет время, уже через месяц, через два, и не вспомнишь, какие были проблемы, какие были ошибки. А видео пересмотрел, напомнил себе, сделал работу над ошибками, и в следующий раз, исходя из личного опыта, исходя из особенностей местного климата, можно сделать какие-то корректировки и избежать многих ошибок, которые были проделаны в прошлый раз. Такая, ну что, на общем фоне очень даже нормально, можно сказать, ну по крайней мере для меня. Чё там? Ну вот как бы листик чуть-чуть как бы не такой. Вянет. Или он прикасался, или что, холодно. Угу. А вот что, видишь, светлый, темный почему-то. Угу. Это ж два разных куста. Ага. Ну, что у нас тут? Не замерзли. Сейчас заморозок уже третий день. По ночам.
выходит целая. Ну, с той стороны капельки аж есть. Где? Ну, изнутри его. Капли. А, вот здесь. Ага. Там шикарные кусты. Угу. Газовая горелка немножко так поддерживает температуру. Да нет. Почему же она такая мокрая? Ну, кондиционирует, наверное. Мы же ее поливали перед этим. Так я ее ночью поливал с этим. Чтобы она не залезла. Да, есть такие неопыленные. Сразу света не хватает. Вот третий день закрыто, и листик начинает светлеть. Ага. Может, сейчас хоть открыть? Да, не надо, по-моему. Да, не хуже. Еще один. Завтра уже часовая вот свечки ставим, видишь? Ничего, помогли? Да, вряд ли. Вон, горелось. Одну или много? Нет, четыре штуки. Ага. Как это у нас? Опять болеет куст. Сейчас я буду проверить. Воду? Ага. А, еще результата нету. Только начинаю, да? Ага. Да я и не звонил. Как ты такой красный. Нет, в нашей архитектуре ничего нету, да? Ага.